23 марта в концертном зале «Уник» состоялось награждение организаторов фестиваля «Территория науки», приуроченным ко Дню российской науки. Фестиваль был разделен на два этапа. Первый проходил с 2020 по 2021 год. В рамках этого года показали свою работу, показали свои мероприятия, провели большое количество интересных проектов. 8 февраля 2022 года состоялся второй этап фестиваля. Он был направлен на вовлечение студентов в научную деятельность, благодаря которому в своей деятельности оживили большое количество научных кружков. Он был ориентирован, каждый студенческий научный кружок, на деятельность для студентов других институтов. Было большое количество презентационных площадок, был выбран новый формат, и, соответственно, в нем были задействованы все структурные подразделения университета, ассоциации студенческих научных кружков, студенческие общественные организации. Подводя итоги фестиваля, организаторы еще раз отметили, что большой вклад в популяризацию науки вносят именно студенческие научные сообщества, которые представлены в каждом подразделении университета. Кристина Колсанова, Фарид Захитаглы, Универньюз.